Приветствую вас на своем канале. Вот и наступили первые холода. И я сегодня вам хочу показать три вот такие вот самые простые в выполнении шапочки. Это шапочка Тедди. Подходит она как для мальчика, так и для девочки. Рассчитана на обхват головы 47 сантиметров плюс-минус сантиметр. Связала я ее ниточкой синего цвета. Здесь вот так вот у меня получилась аккуратненькая стянутая макушечка. И аппликация Тедди украсила данную шапочку. Вяжется шапочка, как и все остальные, лицевыми и изнаночными петельками, чередуя резиночка 1 на 1, лицевая гладь. В принципе, все шапочки вяжутся подобным образом, чередуя резиночка 1 на 1 и лицевая гладь. Здесь у нас узорчик путанка, который также состоит из двух рядочков лицевых петелек, двух рядочков изнаночных петелек в шахматном порядке. Данная шапочка у меня связана для девочки. Как и любая другая шапочка, изменив цвет, можно связать такую же шапочку для мальчика, но украсить ее можно не бантиками, а какими-нибудь пуговичками, машинками, вязаными аппликациями, тем же Тедди. Вот она получится на ребенке вот с такими замечательными ушками. Так как шапочка для девочки, то я украсила ее бантиками. Данная шапочка также подходит на размер где-то 47-48 сантиметров плюс-минус. Смотрите уже по обхвату головы. Все шапочки я делала 15,5-16 сантиметров высоту. То есть они у меня рассчитаны где-то от 11 месяцев ребенка до 2 лет. В зависимости от роста и обхвата головы. Вот, и третья шапочка, точно так же я начинала с резиночки 1 на 1 и переходила на лицевую гладь, меняя цвет. Получилось довольно-таки интересно, симпатично. Все шапочки я делала бесшовные на 5 спицах, но каждую из этих шапочек можно связать на двух прямых спицах, добавляя 2 кромочные петли и делая шовчик сзади. То есть всегда, запомните, всегда четные изнаночные ряды. На прямых спицах вы будете вязать по рисунку, то есть как ложатся петли в лицевом ряду. А в лицевом ряду вы уже задаете рисуночек, который будете вязать в каждом четном ряду. Самое главное вам это запомнить. И смотрите, рекомендую брать пряжу не совсем теплую. То есть это подойдет либо акрил, но акрил обязательно не скрипучий, гипоаллергенный. Смотрите, чтобы у ребеночка не вызывала аллергии пряжа, выбранная вами. Желательно это какая-нибудь пряжа бэби с указанием, то есть что она гипоаллергенная, что она подходит для детей. Точно так же, если вы берете полушерсть, то берите не колкую полушерсть. Обязательно для детской шапочки, для ребенка вообще вязание общих вещей, то есть, ну вот, это может быть какие-то кофточки, штанишки, шапочки, шарфики, а самое основное это, конечно же, аксессуары, чтобы ребенку не чесалась голова, шея и так далее, ничего не мешало, не стесняло, то, конечно же, берите. Если же это акрил, чтобы он был не скрипучий, мягкий, нежный. Если это полушерсть, то точно так же она должна быть очень мягкая, нежная, не колкая. Вот. Я брала Lanosa Minty, это не детская пряжа, то есть это обычный акрил, но он не скрипучий, мягкий, нежный. Я вяжу с него обычно детские вещи, то есть он не вызывает аллергии, мне это очень нравится. Точно так же мне нравится он по метражу. На каждую из шапочек у меня ушло около 40 грамм пряжи. Я вязала двойную шапочку, вот здесь вот из двух цветов, у меня ушло порядка где-то белого цвета 15 грамм, сиреневого 20 грамм. Точно так же и здесь у меня две шапочки однотонные, то ушло порядка 40 грамм на каждую шапочку, может там 45, то есть меньше, чем полмоточка. Можете украсить и связать любую шапочку на свой вкус. Я хочу вам подсказать, что не берите на вот такие вот тонкие детские шапочки шерсть, так как получится очень тонкая шапочка, будет очень парка, и при этом, как и любая другая вязаная тонкая шапочка, будет продувать. Поэтому вот данные шапочки рассчитаны на такую вот слегка прохладную погоду, которая сейчас наступила. И в течение недели будет выходить по одной шапочке. Там через день я потом уже определюсь. И хочу вам у вас спросить такой вот небольшой совет или вопрос. Какую шапочку вы хотите связать первее? То есть, чем
больше будет комментариев на какую-то определенную шапочку, та быстрее выйдет, и, соответственно, вы быстрее свяжете, ваш ребеночек будет быстрее в ней ходить. Вот. В принципе, все, что хотела, сказала. Конечно же, лайкайте, кому понравилось. Кому интересно, смотрите новости и новые видео на моем канале. Всем хорошего настроения, теплой осени. Пока-пока!